Мы вместе словно гарнизон. Перо, блокнот и микрофон. Видеокамера с собою в арсенале. Когда идем в эфир прямой, то как на фронте, словно в бой. В своих атаках мы не раз высотки брали. Пусть нынче модно рассказать о тех, кто смог от жизни взять. А мы о тех, кто взял Берлин победным маем. Кто под огнем в атаку встал и жизнь за родину отдал. А мыльных опер, извините, не снимаем. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют. А нам мороз или зной в окопе, это в норме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Аль-Нусра. Аль-Ислам. В руках не дрогнет объектив, у нас военный креатив. Мы далеки от слезно-мыльных сериалов. Всегда пойти готовы в бой, и зал под небом полевой. Для нас роднее всех гламурных кинозалов. Пусть фестивали для других, дорожки красные для них. А нам привычнее дороги полигонов. И чтобы дать свой репортаж, порой идем на абордаж. Воен-ТВ, телекомпания в погонах. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют. А нам мороз или зной в окопе, это в норме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Пусть отдыхает Голливуд, им подавай гламур, уют. А нам мороз или зной в окопе, это в норме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Под грохот танков, пуш и гром, в атаку с камерой идем. На поле боя телевидение в форме. Телевидение в форме. Телевидение в форме.